В данном видео я хочу поделиться своим очень крутым GoldFarm маршрутом, на котором я собираю руду и траву на 40-50 тысяч в час. Прежде чем начать, хочу пригласить всех в наше РНТ-сообщество в Дискорде. У нас вы сможете моментально продать свою голду в любой игре нашим скупщикам золота. В сообществе можно дешево платить вов и услуги. Также вы можете найти себе группу куда угодно, получить поддержку единомышленников или задать любой вопрос по интересующим вас играм. Мой маршрут, на котором я собираю руду и траву, пролегает в локации Лазурный простор. Маршрут я продумал очень тщательно и пользуюсь теперь только им, потому что он приносит хороший профит и плюс к отличному голдфарму я параллельно качаю репутацию с клыкарами. За час получается качнуть до 100 очков репутации. Подробное описание моего голдфарм маршрута на руде и траве, мои билды талантов для горного дела и травничества, код импорта для аддона Roots, механику фарма и другую полезную информацию вы найдете в нашей РМТ базе знаний. Все ссылочки в описании под видео. Для комфортного и эффективного фарма я использую несколько аддонов, а именно аддон Roots позволяет прокладывать, редактировать и импортировать маршруты, показывает линию на радаре, по которой легко ориентироваться. Аддон GatherMate 2 отмечает на карте собранные ресурсы, база данных для аддона GatherMate, GatherMate 2 Data и аддон FarmHood позволяет отобразить радар по центру экрана. Все аддоны можно скачать через лончер CourseForge. Локация Лазурный простор отлично подходит для сбора руды и травы, а также для высадки собственных семян, так как на локации много точек с плодородной почвой. Мой маршрут основан на добыче дорогих семян из растений. Вы добываете семечко, высаживаете его в почву, из семян вырастает от 4 до 6 рандомных кустов, и вы собираете либо много гнилой стихии, либо много коры, или других видов трав. Бывает спавнится босс, с которого также можно добыть много различной травы. С рудой особо делать ничего не надо, просто собираем все, что попадается, и надеемся на хороший прок от перегрузки. На маршруте примерно раз в 10 минут вы будете лутать клыкарский сундучок, в котором содержится священный тотем клыкаров. Каждый из этих тотемов можно обменять на 15 репутаций с клыкарами. Эта репутация очень важна, так как позволяет заниматься рыбалкой, на которой можно поднять приличную сумму золота. За час фарма по моему маршруту стабильно можно добывать травы и руды на 40 тысяч голды, а если удача окажется на вашей стороне, то можно собирать ресурсов практически на 60 тысяч в час. Все зависит от проков семечек и какие стихии заспавнятся на маршруте. Я частенько замечаю людей, собирающих траву и руду в два окна. Такой вариант фарма приносит даже больше любого фарма на споте. А вчера я вообще видел мультибоксера, который собирал траву в 10 окон. Неизвестно, как он это все запустил, но денег с одного куста он гребет прилично. Остается только позавидовать и пожелать удачи. Спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на канал и на нашу РМТ базу знаний. Все ссылочки в описании под видео.